Ситуация вообще очень интересная. В интернете никакой герб так не пытаются враги опаскудить, как наш герб. И с другой стороны, понятно, почему так. Потому что если это в России этот чернобыльский петух, зачем кому-то его паскудить? И так уже сам по себе этот герб является проявлением паскудства. Если внимательно открыть Велесову книгу, то сразу станет понятно, что для наших предков на протяжении как минимум нескольких тысячелетий самым главным врагом был кто? Я с собой сам разговариваю? Или как? Москали. Какие москали? И как они завелись? Москалям не 500 столетий нету. Их там придумали недавно. А кто на протяжении тысячелетий был врагом? Скифии, врагом Кимерии, Киевской Руси. Какая тварь постоянно лезла к нам с юга? Греция. Греки. Поэтому, собственно, и образное такое совмещение греки и грехи, как они честно назывались. У них, что у них? Двуглавый вот этот товарищ. У них тоже разве гербе сейчас тоже есть? Сейчас, я не знаю, сейчас мне даже это все равно. Но сейчас это даже не совсем греки. Сейчас это уже смесь славян, греков, турков и всякой другой там национальности, которая там была. Но исторические греки, ну, которые непосредственно являются греками, их византийский герб – это двуглавый товарищ. Я же вам уже рассказывал, что, что он держит в одной руке. Ножик. Ага, а во второй? А второй крест. То есть, типа, или креститесь, принимайте христианство, или зарежу. Так в России такие гербы в России, получается, прописаны. Если глубиней туда лазить, то двуглавый орел, двуглавый что угодно, хоть двуглавая собака, это еще тоже имело ведические корни. Во-первых, исходя из культа Белобога и Чернобога, их часто изображали настолько близко, что как бы сливающихся. И вот даже его имя Корослава, какого он Корославе, там не совсем понятно, если в таком контексте. Если перевести это имя как прославляющее направление Кра, тогда все ясно. А если тут имеется в виду двух Коров, Белобога и Чернобога, а вот какого имени он Слава? Не уточняется имя. Это показатель того, что в принципе для ведической культуры Белобог и Чернобог часто воспринимались как нечто единое. Боги, которые образуют время, коры. И от них символика или настолько близко находящихся, что практически единых живых существ, или даже двуглавого какого-то живого существа, очень была характерна. И это находило во многих музеях. И то, что он не просмотрел так, а, допустим, во Львовском музее, присутствует очень хорошее изображение, там, где на спинке стула изображен сварок, внизу изображена Матерь Слава, а в двух руках он как бы держит то, из чего проистекают два кора, Белобог и Чернобог. И они ниже рядом с ним изображены. А в каком виде изображены? В виде мифологических существ. На другом предмете там они изображены в виде двух младших львов. Если, то есть очень это хорошо видно, что у него грива проработана, там стилизирована, часто тоже пучки волос по три сгруппированы, все, то есть, ну, проработан образ. А эти внизу ели какие-то такие, что-то типа... Поганенькие. Типа льва что-то такое. На другом изображении сверху изображено мировое древо и... возле него два крылатых коня, символизирующие Истан Бога и Число Бога, которые смотрят друг к другу и которые как рукопожатие там на них можно положить. Ниже изображен Ра в виде головы льва. Под ним изображено крылатое солнце, стилизированное под растительный орнамент. Оттуда как бы опять исходят два крылатых коня.
То це ж чорний. Ну вже дві сторони. То це ж білобок і чорнобок. І таку символіку теж я знаходила в багатьох містах. Флаг і герб кого? Кого? А? А як ви можете пам'ятати, я вам це не говорив. Ну, теперішній наш герб, він має такий колір. Какой теперішній наш герб? Не герб, а прапор. Має такий колір. Теперішній. Жовто-блакитний. І чи це прапор? Ну, може, Данила Галицького. Видите, интересный объект. То есть, как можно, допустим, определить, чей это флаг, даже если вообще не знаете? Вот впервые видите. Но вы можете увидеть, что на этом флаге изображено солнце над месяцем, над которым триединый огонь. Поскольку стилистика этого огня не характерна Европе или Руси, а поскольку изображение вот так солнца и полумесяца также не характерно, значит, здесь можно было бы предположить или исламский мир, или какие-то восточно-азиатские страны. Так же? Логично? Угу. Так почему вы не делаете эти предположения? То есть, потому что сейчас людям часто вводят даже такую склонность, что все вам подпишут, все вам объяснят, только чтобы люди не думали. А по всем ведическим предписаниям, мы должны думать, должны развивать свой мыслительный аппарат. И когда мы видим любое что-то, что мы можем использовать как упражнение для мозга, мы должны за это хвататься, как за соломинку утопающего. А не просто так посмотреть и подумать, что «А, Радослав все равно скажет, что это, поэтому я чуть-чуть подожду». Ну, так чьи-то правда. Это флаг Бурятии. Ты парижный? Да. Он состоит из желто-синего и белого цвета. Другая его версия. Угу. А вот это уже флаг Монголии. Здесь мы видим даже очень интересную композицию стилистическую. Так и же самое, как в Бурятии. Это сверху. Так. Но внизу целое философское учение можно строить. Во-первых, сейчас я чуть-чуть другое приведу, но лучше. Вот изображение одного из гербов, который был в начале 20-го столетия. Это герб Монголии 39-40-е годы 20-го столетия. Здесь внизу присутствует также крылатое солнце, стилизированное под растительный орнамент, практически как на том же изображении эра Левоглава из Львовского музея. Но если то изображение было сделано на нашей территории, нашими мастерами, и стилистика изображения, она характерна скорее антично-европейской традиции, чем монгольской. То есть понятно, что это автохтонные украинские были традиции изготовления образов определенные, с ведическими корнями, с античными корнями, с греческими, с какими-то европейскими нововведениями. Ну, то есть это наше. А это автохтонная коренная символика Монголии. То есть даже у них сохранился такой же мотив. Как иногда крылатое солнце можно стилизировать под последствия его деятельности. Потому что растение – это то, что проистекает из света. И такой мотив, он очень древний, очень характерный. И присутствует. Но что мы еще здесь видим? Что сама вся эта композиция стилизирована под тризу. Согласны? Угу. Здесь присутствует центральный ряд из знаков и два столба. Тут же мы можем вспомнить так называемые гедиминовые столбы. Угу. Там, где вообще три столба. Ну и арка еще внизу. Гедиминовые столбы. Помните? Да, я помню гедиминовые столбы. То есть это как сокращенно рисуночное изображение из креста, который кто сжег? Ольга. Да. И кто впервые понял трагичность этой ситуации и как
своего рода стремление к искуплению вины поставил себе такой герб? Святослав, нет? Нет. Вспоминайте. С? Скалополк. Чей герб? Львовский. А вот теперь вспоминайте Гедиминовые столбы. Три башни или три столба, и внизу у них арка. Так же? Угу. И вот так же самое. Только здесь это уже стилизировано под средневековые там башни архитектурные, все такое. Арка чуть по-другому сделана. Идея та же самая. Но еще здесь внизу царь лев. Ну это же Львовский. Царь богов, да? Так. Это Львовский герб. А здесь, внизу, под всеми столбами, крылатое солнце. Тот же принцип, который изображен на гербе Львова. Изображение другое. Там лев, здесь крылатое солнце. Там но и лев является символом Всевышнего. И крылатое солнце в Египте, в Шумерии, на наших предметах трипольской культуры также зафиксирован как знак Всевышнего. Поэтому, по большому счету, идея та же самая, что внизу, как исток всего, Всевышний. То, что на традиционном гербе рахманской традиции. И как пересечением линии квадрата. Та же идея, что точка — символ Всевышнего. Видите, общий принцип соответствует очень хорошо. Наскидывается все. Связано и указывает на то, что... Связано. И, как на многих рюриковических гербах, верхняя часть или тоже стилизировалась под тризуб или под руну Кси, что мы видели на той картине Васильева, или, опять же, под крест, еще под изображение солнца, под какой-то знак. Также и здесь. Сама композиция в форме тризуба. И вверху опять как триединый такой огонь. Ну, тоже и трезуб. Да. Но здесь еще интересно. Здесь присутствует изображение солнца над полумесяцем. Или же солнце в солнечной ладье. Угу. Символика. Если мы возьмем монету Святослава и монету некоторых других наших князей, то трезуб, собственно, и состоял из как бы среза поперечного ладьи изображения солнца или солнечного креста сверху. Концепция триединого огня, концепция мирового древа, концепция птаха сокола рода, летящего вниз. И, в частности, концепция солнечной ладьи в разрезе – это все грани образа тризуба. И здесь мы опять же видим соединение всего этого. То есть, насколько грамотно, насколько прекрасно они сделали. Почему? Потому что в начале 20-го столетия и еще предыдущее столетие у народов постоянно было стремление к возрождению. Эпоха возрождения, когда, откинув христианские религиозные бредни, люди начали стремиться к истине, к познанию человеческого тела, к познанию окружающей природы. Там Леонардо да Винчи, как он детально все человеческое тело, каждую там анатомическую составляющую. То есть люди начали интересоваться истиной, люди начали интересоваться своим исконным историческим ведическим наследием. В это же время Маркиян Вепшицкий создал термин родноверие и объявил о начале возрождения славянского. В это же время, как один из ведических знаков, свастику взяли на территорию Советского Союза, свастику взяли в Германии, свастику взяли в Финляндии, свастику взяли во многих других странах. Но тогда монголы свастику себе не взяли. Они взяли себе сложную философскую концепцию, которая вкратце отображает структуру Вселенной. Если все это разобрать. Здесь даже Белобог и Чернобог как творцы времени. Здесь очень... И не. Здесь настолько это все интересно, детально, можно книгу по этой символике написать. Просто по гербу Монголии. Дело в том, что в интернете я нашел ряд разнообразных глюков, там, где они пытались сказать, что тризуб — это хазарская танга, тризуб — это какой-то татаро-монгольский знак, который к нам занесли во время нашествия. И тогда я начал разыскивать, а был ли вообще у кого-то из них, у татар, у монголов, у
допустим, тех же хазар, трисуб. Если у хазар самих трисуба не было, трисуб был только у славянского населения, подчиненного хазарии, как и у других славянских ветвей. У тюрков не у всех, и у тюрков трисуб заимствованный или с боспорских танк, или заимствованы китайская, индийские версии. То есть или трисуб Шивы, или китайский иероглиф Шань. А своего трисуба как такового у тюрков не было. Но меня порадовала символика Монголии. Угу. Это никак не доказывает происхождение нашего трисуба от них, потому что монгольское нашествие случилось намного позже, чем на Руси утвердилась династия Рюриковичей. Так же, даже по официальным всем источникам. Вообще недавно было практично. Ну не так уже недавно, но сначала Рюрик создает Русь как империю, потом Владимир все делает для того, чтобы это из империи превратилось в кровавое месиво. Часть династий, отчасти от потомков Святослава и в союзе с некоторыми другими праведными князьями, как автохтонными, так и европейскими, на Западе организовывают сопротивление, вступают в связь с литовскими и польскими родами, и, что в конце концов заключилось, создание Речи Посполитой, объединенной державности. Но, как бы, Речь Посполита чуть позже, а сначала распад Руси, превращение в гражданскую войну, кровавое месиво, и тут сразу монголы. Монголы пришли в страну на монетах, на гербах которой куча разновидностей трисуба. Вот, в частности, изображение одного из старинных шлемов территории Руси, который сейчас хранится в Московском историческом музее. Здесь в виде огненно-растительного орнамента присутствует целая куча трисубов. Здесь присутствует трисуб. Сейчас я увеличу тогда, чтобы вы видели. Видно трисуб? Краслава, бачишь? Яким муком. Ты ще тут? Ну, тут рослинний орнамент, він такий... Не согласен. Здесь растительно-огненный орнамент. Почему растительный? Потому что присутствуют некоторые узлы, характерные растительному орнаменту, но и присутствуют острые окончания, которые характерны огненному орнаменту. Ну, по сути дела, славянская вязь растительно-огненных мотивов. И здесь там слева, справа, один зубец, второй зубец и центральный ряд. Это то, что касается сверху. Ну, це на шоломі таке зображення, це ж треба було його все зробити. Звісно. Тут треба, щоб технології були обробки. Ні, технології тут не потрібні, сверх якісь інопланетні, звичайна обробка металу, тобто здесь якраз немає сверхтехнологій. Изготовление этого шлема повністю вписується в офіційну концепцію історії. Це все можна зробити. Я просто знаю, как обереги делают для верхушки рахманской традиции. Вручную там он делает некоторые такие вещи, которые, ну, допустим, даже мой знакомый ювелир Кришнаид никогда не сделал. Как тот делает вручную. Там брови все, это же по-моему. Вот еще один трисуб. Угу. Это на козырьке уже. А из какого металла трубы зашел? Мне, честно, все равно. Суть в другом. Суть в том, что это древнерусский шлем, то есть шлем древних украинцев, русичей. И здесь, как, допустим, у нас сейчас на фуражках, там, на шапках солдат, на шапках там военных, всегда присутствует на лбу трисуб. Это еще с древнейших времен. И войско промысла у них у всех на лбу трисуб. Они даже так отличали, потому что варианты там доспехов всякие были. Некоторые вообще без доспехов шли, некоторые там какие-то интересные. Но, чтобы понять, где там чужие, где свои, у чужих там, у князя Тьмы у него пентаграмма была, у промысла трезубец его. То есть все, с древних времен идет традиция. И здесь
Древняя Русь, державность Рюриковичей, на шлеме воина три зуба, на современных украинских фуражках, шапках военных три зуба. Угу. Преемственность. Но зато к нам кровавая Византийская империя шла со своим двухголовым, так сказать, чем-то. Называть это существо петухом тоже как-то не особо интересно, потому что чем петух виновен, что его сейчас отождествили с нетрадиционными, так сказать, живностями. Поэтому этот двуглавый товарищ даже такого сравнения считаю не заслуживает. Мы так и заложили в гарды России. И как вот эта нежить тогда к нам лезла с двуглавым товарищем, так и до нынешнего времени лезет. То есть вы внимательно видите, что здесь тризуб не состоит из какого-то одного знака, как, допустим, вот тризуб. Здесь просто четко одна линия идет сюда, проходит, это по центру, монолитная композиция. Здесь тризуб состоит еще из одного тризуба, и солнечной ладьи, еще только хочешь, и знака превосходства Всевышнего, или пути адвайты, то есть пути целостного понимания Вселенной над путем иллюзорной двойственности, так называемого манихейства или дуализма, ложного учения, когда человек говорит «приятно, неприятно», «хорошо, плохо», «люблю, ненавижу» и так далее. То есть идет искусственное навязывание каких-то нелепых понятий, вследствие которых человек не может понять целостную картину. И здесь и эта концепция есть. Но сам принцип составления тризуба из ряда других знаков можно видеть и на наших монетах, и в частности в Древнем Египте. Фотография одного древнего египетского рельефа. Здесь присутствует нижняя основа, как поперечный срез солнечной ладьи. Поскольку египетские лодки были отличными от наших, то если у Святослава там как бы бортики эти достаточно вверх идут, ну сейчас тоже открою это дело, поперечный срез солнечной ладьи на гербе Святослава. Солнечная ладья, сверху крест. Ра или Ария. То есть это зависит от прорези. Я подозреваю, что в принципе на настоящей прорези там был восьмиконечный крест. Или же крест Ария, но с некоторыми дополнениями, что делало его знаком Ра. Стилизированная прорисовка изображения с печати Святослава. Наша лодка в поперечном срезе с длинными бортами. И нижняя вот эта еще там. Для большей прочности конструкции. А египетская лодка, другая у нее конструкция. Она не такая высокая. У нее невысокие бортики, и у нее... Ну, другая, в общем. Поэтому поперечный срез ее будет такой. Ну, внизу, вот видите. На ней в центре анх. Одновременно и крест, одновременно и знак солнца. И с двух сторон... Ну, знак солнца — это еще сверху на анхе, да? Нет, смотрите, сам знак анх — это сокращенный рисуночный знак солнца над горизонтом. Изначальные рисунки — это солнце, линия горизонта и лучи, пирамидка целая. Потом для удобства изображения все это спрессовывали, пирамидка все становилась острее. Ну, если раньше даже как такая пирамидка не всегда четко зафиксировалась, а просто солнечный круг, линия горизонта и пирамидальные формы вниз лучи идут. Потом уже как зафиксировалась, как такая пирамида развитая у нас. Потом это все стилизировалось просто до рысочки, уже небольшой. И потом вышло как просто крест, наверху которого что-то типа овала, или круга, или петли. То есть что-то такое уже очень стилизированное. Хотя изначально это знак солнца. И потом с этим знаком изображали уже кого не лень, и даже Сетха, и многих других богов, не связанных с Ра, того же Скипера-зверя. Ну, было дело.
По сути дела, опять же, та же идея, что на монете Рюриковичей, та же идея, что на печати Святослава, та же идея, что на гербе рахманской традиции, что на гербе Монголии, та же идея, что на многих других изображениях. Видите? Солнечная ладья, жезлы богов и солнечная символика. Все соответствует. То есть это древние кемерийские монеты. Не из официальных источников, а из хранилища рахманской традиции. Здесь, на этой монете, внизу изображение тризуба. Следующее – изображение солнечного птаха сокола рода. Следующее – изображение тризуба. Внизу от него присутствует одна точка, и по бокам присутствуют еще две точки. Его центральный шпиль в соединении с этими тремя точками образует симметрию креста в круге. Дальше тризуб на фоне солнечного коловращения энергий. Дальше композиция, имеющая тризубообразную символику и тризубообразное значение, состоящего из лежащего как основа копья, от него два изогнутых меча, и в центре стоит радакош, держащий меч и анх. Дальше. Опять изображение, внизу которого присутствует тризуб. И дальше здесь можно видеть еще два тризуба на монете. Все это монеты кемерийских князей. Если пойти уже по официальным источникам, тризубы можно видеть на монетах Боспора и сарматских князей. Также по историческим и археологическим данным, нахождение тризуба можно найти в Скифии и в Триполи. Вот какая глубина нашей современной даже государственной символики. Даже при том, что как государственный герб был взят далеко не самый лучший вариант тризуба. И даже если брать из знака Владимира, взят далеко не самый лучший вариант. Но даже этот самый худший из всех тризубов, которые только можно найти. А такое впечатление, что они старались и выбирали именно по этому критерию. Все равно по своему значению, по своей силе, по своей благостности и божественности на несколько порядков превосходит какого-то непонятного двухголового чернобыльца византийского происхождения. Вот с чего надо начинать, а не пытаться отвергать свое же от себя. По тризубу есть вопросы?